команда на право. Отличные вещи. Нервский блокпост. Ха. Вот за что они? Они все спрятались. Вопрос. Как с вами обращались в плену? Смотря где. Здесь. Здесь именно на нормально. Скажите, эта война, еще стоит ли ее продолжать? Вы не у нас спрашиваете об этой войне. Не знаю, не знаю. То есть вы думаете, что ее стоит продолжать? Ясно, спасибо. Как вас зовут? Игорь. О, да. А скажите, как с вами обращались в тюрьме? Ну давайте пока без комментариев. Но вы рады, что вас обойдет? А кто вы находились почти 2 года? А кто вас ждет на Украине? Семья. Вы военнослужащий? Нет. Профессор? Это вы профессор Козловский? Да.
какие у вас сейчас ощущения? Скажите, эта война еще должна продолжаться в Донбассе? Конечно, война не глупая. Война это глупость. Это инфантилизм, в общем-то, людей, которые посчитали, что они могут оружие в руках оставить какие-то свои химерные взгляды. То есть вы считаете, что ее нужно закончить? Конечно. Нынешний самый масштабный за все время обмен, это что, случайность или это какой-то уже знак движения к миру? Что это? Я хотел бы верить, что сдохло. Я хотел бы верить, что люди уже устали от всего этого и должны уже как-то найти в себе силы вступать в диалог, потому что без диалога мы, собственно, зайдем в какой-то тупик, с которого нет выбора. Вообще, мы живем в 21 веке, это уже пора научиться говорить. Извините, я не слышал. А как долго ждали разрешения домой? Почти 2 года. Ну, с каким сердцем? Трудно сказать даже. Ночью спали? Ну, почти, да. Вы такой молодой человек. В каком году вы в плен попали? В этом. В этом? Сколько вам лет? 25. А можете рассказать, вы попали? А по какой причине? Что случилось? Не знаю даже, что случилось. Но вы мирный или военнослужащий? Мирный. Мирный. Как сами в тюрьме обращались? Сейчас вы же не мир. В тюрьме держали. А где? В СИЗО? Я еще 3 года уже держал. Тема вызнали. Вы как сами обращались? Нормально? Вчера. Ну, можете немножко рассказать, за что все-таки вас задержали? Я не можете? Я не знаю даже. Не знаете, за что? Вообще, вы считаете, войну в Донбассе уже пора закончить? Все. Я не воевал. Ну, как вы думаете, войну в Донбассе надо заканчивать или нет? Конечно. Да? Это случайность, надавили, или это все-таки, ну, двигаются к миру? То, что обмен состоял. Я 3,5 года сидел. Как вы думаете, у меня есть какая-то информация? Почему я могу говорить? А почему вы Фадович спрашивали? Они брали у меня интервью после того, как буквально на 4-й день. Я считаю, что они не заслужили. Они, да? Ну как, ну так получилось. А кто брал? Я не помню, мне кажется, Максим, но это было давно, я могу ошибаться. Это с какого канала? Дождь. А скажите, а при каких обстоятельствах вы вообще попали в плен? Я выбирался из окружения, я воевал на Сурмагиле, попал в окружение, мы 7 дней выходили. Ребята попали в плен раньше, я успел убежать, и я попал позже, через 2 дня. На блокпосту. Скажите, в каких войсках вы служили? ВСУ, правый сектор, ВСУ. ВСУ, да? Какое вообще отношение было за все эти 3 года плена к вам? Очень разное. Я видел очень разные отношения. Я видел, ну, со мной реально делились куском хлеба. И было совершенно другое. То есть меня морили голодом. Было самое разное. Есть люди, которых я вспоминаю с очень большой теплотой благодарностью. Есть люди, о которых я просто буду молиться, потому что, ну, мне непонятно, как можно быть такими людьми. Я знаю о людях, которых хладнокровно убили или которых запытали Господь. И я знаю о людях, которые просто спасали жизнь другим. То есть, ну, нельзя свести все каким-то коротким фразам, да, то есть очернить одних, там, например, да, что все подонки, наоборот, святые. В общем, можно сказать, что нормально, да? Можно? Я стараюсь избегать вообще. Как вас зовут? Алексей. Как? Алексей. Алексей, скажите, а война на Донбассе, надо ли ее заканчивать уже? Надо ли идти к миру уже все-таки, договариваться? Это не нам решать. Это... Ну, ваша личная точка зрения после стольких лет плена? Мое личное мнение. Вот, я считаю, что этой войны очень глубокие духовные корни. Вот, и, к сожалению, конец будет для России очень печальным. Она не сделала выводы после распада Советского Союза, и она усиленно двигается в том же направлении. Она не поняла духовной сути коммунизма, это просто страшно. Скажите, пожалуйста, наверное, все уже спрашивали сегодня.
какие у вас ощущения сейчас, что все-таки после 3 лет вы вернетесь домой? Спокойствие. Кто вас ждет дома? Мать, жена, дочь. Как они отреагировали на новости, что в этом году вы вернетесь? Какие вообще первые ощущения? Обмены столько раз срывались, что, во-первых, я поверю в обмен, когда я уже буду на территории, которая контрольна Украине. Но до тех пор для меня обмена еще не существует. У нас есть люди, которые уже на обмене были несколько раз. То есть обмен может срываться в любую секунду. Это жизнь. Спасибо большое. А вот вы говорите, не вам решать, но все-таки вот вы пробыли в плену не один год, многие из вас. Как вы считаете, война это будет? Вот вы хотите продолжать эту войну? Я не, допустим, ну, с моей точки зрения, я бы, конечно, всегда за мир. Война это всегда потери, всегда смерти это не очень хорошо. Значит, лучше бы, конечно, то, чтобы быстрее все закончилось. Вы тоже военнослужащие были? Точно. В каком году в плен попали? В 15 году, 15 декабря. А при каких обстоятельствах? Попал на блокпост ДНР, заехал с увольнением, заехал в темноте. Как с вами обращались в тюрьму? Ну, поначалу, приняли, потом не очень хорошо, а в дальнейшем уже нормально. Кто вас ждет с той стороны? Родители, сестра. И как вас зовут? Антон. Удачи, Антон. Надеюсь, спасибо сегодня большое. Не сорвется. Спасибо. Скажите, пожалуйста, что на каких добавить обстоятельствах вы попали в плен? Все военнослужащие. Военнослужащие? В каком году? Задержали в прошлом, в августе, в 16-м. Во время боевых действий? Нет, я никаких боевых действий в участии не принимала. Я служила в штабе. Наш. В Славянске. А, в Славянске. Расскажите, пожалуйста, как с вами обращались в плену? Более-менее нормально. Кто вас там ждет? А я не иду туда, я здесь остаюсь. Вы остаетесь? Да, я с Донецка. А за что вас задержали? Потому что военнослужащие. Кто-то на меня донес. 37-й год. То есть, получается, вы год уже, да? Да, год и 4 месяца. Как вы считаете, надо ли заканчивать эту войну? Ну, конечно, надо. Сколько ж можно людей гибнуть, сколько ж можно... Я только за то, чтобы это все быстрее закончилось. Что за... Вы не хотите уезжать? Да. Ну, это сейчас ударим морозом. За время плена что больше всего запомнилось? Да. Хорошего или плохого? Ну, давайте хорошее. Это же те, кто нас... Ну, хорошего на Гопахте нас держали. Нормально там с нами ребята обращались. Свидания давали, как бы разрешалось. Ну, на СИЗО это, конечно, было. Я не хочу плохо, в общем, говорить на камеру. Ну, это было. Как вас зовут? Елена. Ребята, все есть? Абрамов есть? Нет. Это вторая группа. Сегодня мероприятие, которое сегодня стоялось, послужит началом процесса урегулирования военного конфликта и установления мирной жизни на востоке Украины. Назад, отступили, назад. Отходим? Назад, да. Так, нет, два шага назад. Все, а то вас не контролируют, вы затопщики кого угодно. Можете представиться? Не знаю. Мирошниченко, Олег. А вы откуда? Донецк. С Донецка. Сколько провели в общей сложности там? Два с лишним года. Два с лишним года? Еще нет. Ну, то есть ни в один обмен вы не попадали? Пару.
А как вот так получилось, что вас задержали? Вы остановили на машине. Вы ехали на машине? Расскажите, как вы попали? Вы не имели отношения к военнослужащим, да? По телефону с этой стороной. Как вы думаете, то, что сейчас такой массовый обмен, то, что так много людей поменяли, это случайно, не случайно, просто продавили? Или же это уже шаг какой-то к миру, какое-то продвижение вперед? Как вам кажется? 258. Не отвечу. Друг Елена Владимировна вас приветствует в Харькове. Я из харьковских партизан. Просидела 2,8, похитила меня из СБУ, продержала на подвалах 3 дня, избивали, потом провели... Да подожди, я поговорю. Ну, короче, следствие у меня еще не было даже суда. Написали просто обвинительный акт, и 2 года и 8 месяцев меня продержали. За что? В чем обвиняют? За теракт. Ребята, все, пожалуйста. Давайте потом. Остальные, возле автобуса. Сейчас обойдем, постоял, Я тоже поздравляю. Привет. Скажите, какие ощущения? Мы счастливы, наконец-то наше мучение закончено. Мы наконец приехали сюда, нас обменяли. Я 3 года ждала этого. Я счастлива очень. При каких обстоятельствах попали в плен? Потом уже будете брать интервью. Задержали меня, когда я приехала к родственникам в Мариуполь. А по какой причине, за что? Получается, обвинили меня в участии и организации в терроризме. Как сами в тюрьме обращались? Скажите, как клиент попали? Опа! Ну, пару слов сказать. Вы рады, что приехали? Конечно, рад. Сколько вы ждали этого? Мы берем сумочки и проходим. Чуть больше 2,5 лет. А когда произошло ваше задержание? Когда вас арестовали? В 2015 году, 11 июня. А за что? Ну как, в обвинении терроризм. Бойца, но его сегодня не передали, его оставили на харьковском СИЗО. Его не привезли сюда на обмен. Это с Днепра кошка. Как, она чего-то нет. Попросилась, да? Да. Она должна была ехать с бойцом Ситиковым, но его оставили на харьковском СИЗО и не отдали на обмен. А не почему? Знаю. Не знаю. Откуда вы сами? Я сам с Мариуполя. Как вас зовут? Кирилл. Как вы с вами обращались? Ну, в первый раз в плен попал еще в 2014-м. Ляшко, депутат Верховной Рады, принимал. Масейчук лично писал. Осужден на 12 лет был. И вот с 2014 года только наконец-то домой попал. 3,5 года. А что первым делом будет делать? Честно, хочу покупаться в ванной. Чего больше всего хочется. Ну так, в армии. Ты даже не посмотришь. Дальше посмотрим. Но этой власти не дадим. И вот вчера были у нас провокации. Заходила Геращенко. Говорила, что порвет всех документы наши, все помиловки наши, осужденные. Она сделала всякие провокации, чтобы, скорее всего, взорвать мог этот обмен. Провоцировала. Мужики, проходите, пожалуйста. А можешь взять котика в руки? А как кота зовут? Покажи. Маня.
На данный момент, значит, сейчас по списку, по числам мы работаем. То есть я это прокомментировать не могу, я думаю, что это будет дальше. Украинской стороне мы передали всех, кого они затребовали. Один человек отказался, это бывшая военнослужащая ВСУ, женщина. Вот. Ну, пока могу сказать, на 80% обмен закончен. Был приказ не пускать, то есть, людей в буферную зону. Украинская сторона не исполнила это, то есть полностью около 2 часов буферная зона была заполнена гражданскими лицами. Поэтому мы освободились. Буферную зону, соответственно, после этого мы только смогли начать обмен. Более того, обмен должен был изначально проходить здесь, но, к сожалению, из-за того, что буферная зона была занята гражданскими людьми, мы выехали с луганчанами, с представителями Луганской Народной Республики на территорию Украины, где произвели там все вот эти вот мероприятия и вернулись. То есть Луганск уже поехал домой. Более того, то есть я хочу повторить, это не обмен всех на всех, в любом случае. Обмен всех на всех возможен только после выполнения 5-го пункта Минского меморандума, то есть, соответственно, принятие закона, запрещающего преследование, и обеспечивает амнистию всех лиц, которые участвовали в конфликте на Донбассе. До принятия этого закона обмен в полном объеме всех на всех выполнить невозможно. Это в любом случае. Также хочу добавить, что будет обязательно, вот 18 января будет предстоящего года, будет заседание в Минске рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам. Мы обязательно будем поднимать вопрос о втором этапе обмена, потому что людей забрали не всех. На данный момент еще только на украинской стороне находится 58 человек, это которые были уже подтверждены. За последний месяц уже порядком 18 задержаний новых. То есть задержания продолжаются, и работа будет дальше вестись. То есть мы ни о ком не забыли, ни в любом случае, и обмен будет дальше продолжаться.